Александр уже готовится бросать. В итоге на пьяного перевод. Подставление от Шенфельда. Но уж слишком не точно шайба пошла. Может быть, пожестче стоило фишку подставить. Тогда было бы чуть опаснее. Но сделали то, что задумывали. И Пинов вот дальний угол. Валентин очень Пинов. Красиво. Валентин Пинов, да, реализует свой момент. А этот парень умеет бросать, что он сейчас показал. Просто идеальное по точности попадание в исполнении Валентина Пьянова. И уже 2-3. По сути, постепенно Сибирь уходит с минус 3. И вот теперь интрига 100% у нас жива. Да. Сибирь возвращается в эту игру. Лайпан на пятачке. И здесь Пьянов принял решение бросать. И как раз Лайпан находился прямо перед голкипером.